Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И смотрите, какой тропический ливень у нас в городе нарисовался. Сейчас я выйду на улицу, чуть-чуть намокну, но сниму это дело. Смотрите, как поливает. Чисто тропический ливень. Я за секунду стал мокрый насквозь. Все, я сажусь в машину обратно. За секунду просто весь вымок, нереально. Просто все жутко поливает. Смотрите, все запотело уже. Просто вышел на чуть-чуть и весь вымок моментально. Ну и теперь тропические ливни пришли в Владивосток. Такие, конечно, бывали раньше, но сейчас их стало больше. А вот кончился дождик, но остался маленькая морось. Вот я вышел. Лужи там буквально за 2 минуты набрались. Огромные лужи на дорогах города Владивостока. Вон мост встал. Только дождь пошел, мост сразу встал. Опять дождь усиливается. О, смотрите, как вдалеке. Ой, прямо поливает. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. А, не отключается. Ай, выключи.